Я житель Луганской области, города 2014 году, в апреле месяце, вступил в ополчение на НЛУ. Командир был Керч. Я нес службу на блокпостах в камуфлированной одежде и с автоматом Калашникова. Моя задача была контролировать территорию НЛУ и выезда на блокпост на Белогоровский, на канатку Артемовская трасса. При взятии города Лисичанска, когда заходили украинские военные, я выехал на территорию России, ушел с ополчения. Находясь в России, мне позвонила мать, сказала, что есть программа, тебя ждут дома. Она узнала об этом в службе безопасности, вызвал. 16 декабря 2016 года я заехал в Украину, написал заявление в полицию. И через месяц состоялся суд. На суде меня оправдали. Обращаюсь ко всем, кто на той стороне или выехал в Россию. Возвращайтесь домой. Эта программа работает. Вас ждут дома. Возвращайтесь к своим семьям.